Леонтьев напрочь отказался возвращаться в РФ. Причина удивила. Валерий Леонтьев отказался продавать свои апартаменты в Майами и возвращаться в Россию. Прославленный исполнитель объяснил, почему не хочет жить на Рублевке. В СМИ ходят упорные слухи, будто Валерий Леонтьев вслед за своей коллегой, певицей Ириной Аллегровой, собирается расстаться с жилплощадью Майами и переезжает на Рублевку. Журналисты связались с 67-летним исполнителем, чтобы из первых рук узнать, правдива ли эта информация. Оказалось, что нет. В ближайшее время ничего продавать не собираюсь, о Рублевке тоже не думаю, не потяну. В Майами проще гораздо, раз в 10, признался Леонтьев. Интересно, что свой особняк в Америке артист ласково называет «домиком в деревне». Наведывается туда Леонтьев регулярно, по 3-4 раза в год. Вот и в феврале он отдыхал там больше месяца. О своем жилище Валерий тщательно заботится. Я забор покрасил в белый цвет. У меня белый балкон, и забор теперь такой же, хотя любимый цвет у меня черный. Но не покрашу я же забор черной краской, еще не так пойму.